Боулылы Илмира Вильданова күптен түгілгіне картиналар шигусерлерін үзлештірген. Шуңа қорабастан оларының фатыр бүлмелерін өзі ясаған көпсанлы қолышлары бізі. Алмаз мазайықсы білен шигу құжабекеге ойруш ашы. Вот такая картина, но если не каждый день заниматься, когда есть только свободное время, то месяца два надо. Қолышлары орасында инкин таралғаны шигу, әміне картиналар шигу ойруша ұсталық тәләп ете тұрған шығыл. Кішкенеден қолышларын біліп, үйреніп өскен Илмира Вильдановаға бұ техника білен шигу жеңіл берілген. В молодости, в юношестве я как бы шила. Мне было интересно шить для себя, для своей семьи. Илмира Вильданова сүзләренчә, ул ясаған һәр картина юққа ғына аның қолы аша узмай, чөнки һәр берсендә мәғнә бар, қол эшләрендә аның хыялы сүрәтләнә. Эта картина привлекла меня тем, что у меня есть мечта, я не знаю, сбудется она у меня или нет, как бы уже я в возрасте, но хотелось иметь всегда свой дом, свой сад, свой какой-то участок, чтобы заниматься землей, садом, цветами. И вот эта мечта у меня воплотилась в эту картину. У меня дети погодки, маленькая разница в возрасте, дочь и сын. И почему-то ассоциация с этой картиной была вот маленький котенок – это моя дочь, маленький щенок – это мой сын. Куб кене кул сталары узлерінің ижат жемшлерін жиып баралар, күргезме ясылар. Эльмира ханым узы шиккен ишлерін яқынларына, дусларына булегитеп бара. Шуннан куңылына рәхәтлік, алға таба ишлер үшін дәрт ала. Индира Сайфуллина, Артем Артемьев, Боулы телевинесе.